Приветики, это начало влога. Сейчас сходила в Мариура, взяла себе для шаурмы. Завтра утром поеду на дачу, чтобы перекусить в электричке. Оцените мой дачный лук. Такая сегодня дачница. Собрала рюкзачок. Выходим. Итак, мы уже на вокзале. Посмотрите на небо. Иду брать билеты. Здравствуйте, с Древой. Спасибо. Там вот есть местный магазинчик. Сейчас зайду, что-нибудь возьму. Вышла из магазина, взяла печенье. Посмотрите, какие у нас прикольные домики построили на станции буквально за год. Раньше их тут не было. Конечно, жить тут на постоянке — это какой-то трэш. Но, в принципе, если вы не из города, наверное, нормально. Идем. Вообще, мне очень нравится, как они выглядят. Вот эти большие окна в пол. Рядом природа. Супер. Печенье тоже супер. Такие, как будто зефирка сверху, снизу печенька. Вышло 0,5 килограмма за 150 рублей. Давайте немного познакомимся. Я Маргарита, мне 20 лет. В этом году я закончила свою шарашку. Отучилась я на рекламу. Вот. Сейчас я в поисках работы, так сказать. До этого работала много где, но вот из последнего помощник товароведа на производстве одежды в магазине Эйчерс. Думаю, если вы из Новосибирска, то знаете такой. Проработала я там, по-моему, 5 месяцев. В целом было прикольно. Из всех работ, где я работала, мне это понравилось больше всех. Не нравилась мне первая моя зарплата, ну прям реально смешная. Второе — это отношение директора к персоналу. Вот, работала я прям на производстве, то есть производство, и в уголочке сидели офисные, такие мы работали. Вот. Что еще сказать? А, ушла я оттуда, потому что сначала я сломала ногу, у меня был больничный больше месяца. Потом тоже по здоровью стало плохо. Брать еще один больничный не хотелось. Поэтому я решила уйти, тем более мне не устраивала зарплата. Вот. Я понимала, что я хочу что-то немного другое. Больше по рекламе, там, SMM, дизайн. Вот. В такой сфере я ищу сейчас. Пока у меня все отклики отказ. Но ничего, это нормально. Живем. Кстати, мы зашли с вами уже вот в такой лесок. Прикольно. Пахнет природой. Я такое люблю. Вот скоро будем переходить реку. Еще у нас на даче. Но не в нашем, прям поселке, по-моему, где-то рядом. Орудует какой-то маньяк, наркоман, арбалетчик. Вот, надеюсь, все будет нормально. Я с ним не встречусь. А еще, кстати, у нас говорят, что воруют по ночам урожай. А еще за мной кто-то идет. Я надеюсь, не арбалетчик. И мы выживем. Ну, посмотрите, какова красота. Просто еще такая дымка, туман утренний.
нереально. Вот мы уже подошли к воде. У меня, кстати, есть пленочный фотик, люблю снимать. Думаю, сейчас как раз сделаю кадр. Рыбаки тут как тут. Мы, кстати, летом с мамой тут тоже часто рыбачим. Ну, конечно, в этой говнотечке ничего хорошего нет. Рыбу эту я есть боюсь, но рыбачить я люблю. Меня встречают. Давайте я вам приведу небольшую экскурсию. У нас дождик начинается, капает. Вот тут вот росла картошку, уже все собрали. Там вот капуста, цветочки. На самом деле уже все, конец лета, большинство урожая собрали. У нас росло все. У нас каждый год картошка, морковка, капуста, перцы, помидоры. Перед нашей дачей огромное поле. Это вообще прикольно, нет соседей. Вот наш дом очень маленький внутри. У нас есть 3 теплицы парника. Дедушка сам все делал. Тут огуречная. Вот тут у нас перцы. И не только перцы. И вон там помидоры, но их уже нет, потому что все собрали. Перед домом у нас раковина и вот такая стекляшка. Просто как зона отдыха. Диванчик, столик, который складывается. И тут мини-склад. Заметила, что когда снимаю, почему-то говорю все в уменьшительно ласкательном. Рюкзачок, столик, диванчик. Я в жизни так не разговариваю, не знаю, почему так выходит. Домой поедем, либо сегодня нас заберут, дядя приедет, потому что у дедушки сломана нога, и он их привез больше недели назад и должен сегодня или завтра увезти. Новосибирск. Жарим беляшу. Посвященном князю Александру Невскому. Всероссийский конкурс «Связь времен и поколений. Жертвенное служение Отечеству». Такая у нас двухспальная кровать. И дед разводит печку. Пью чай. Хочу сейчас сходить к подсолнухам посмотреть. Выглянуло солнышко немного. Еще не совсем. Тучки есть. Сейчас идем к подсолнуху. Подсолнухи вообще какие-то страшные немного, как будто из фильмов ужасов. Видимо, я пересмотрела фильм «Кукурузное поле». Сейчас вам покажу. Вот он. Мы уже несколько съели, этот еще зеленый. Вон она, главная огородница этого города. Моя. Перцы сорвала! О, да, ветка обломалась. Взяла книгу, иду в стекляшку читать. Вообще, это фиолетовая корова, но я дома читаю другую. Но она большая и тяжелая, поэтому я ее не стала тащить с собой. Она называется «Руководство Артемия Лебедева». Вот. У меня есть вот такая вот замечательная татушка, бабочка. Я ее сделала, наверное, 2 месяца назад. Она первая у меня. И думаю, как бы продолжить. Конечно, тема с ангелочками меня привлекает. Будем думать. Я не общительный человек, у меня очень мало друзей, и мне очень сложно что-то рассказывать, потому что я не знаю, что рассказать. И при общении тоже я всегда больше слушаю, чем что-то говорю. И надеюсь, с тем, что я создала свой блог, мне это как-то поможет, потому что я буду что-то снимать, мне придется что-то говорить. И...
Надеюсь, вы меня поддержите лайком, комментарием. Напишите, как вы меня нашли. И мне будет приятно, если вы подпишетесь на мой канал. А еще я заказала на Озоне глину самозатвердевающуюся на воздухе. И на Wildberries лак, чтобы сверху покрывать изделия. Буду лепить первый раз. Знаете, всякие насмотрелась видео, где лепят милые чашечки, тарелочки. Может, вот сюда куда-нибудь ставлю. Вот, буду пробовать первый раз, но это я, наверное, уже в другом влоге сделаю. Посмотрим. Время обеда. Сейчас буду жарить курицу. Надо нарезать лук. И будет еще пюре. Но там дед картошку чистит. Это ему задание дали. Вот такой вот у нас вид прекрасный. Кстати, соцените мой маникюр. Идеально. Ну, правда, уже прошло, наверное, полторы недели где-то. Я люблю, когда лук порезан покрупнее. Я его могу даже сырым есть. Я все нарезала. Курица, лук. Лука целая миска, потому что я люблю лук. Сковородка греется. Надо налить масло. А где же масло? А где масло, я не знаю. Кстати, лайфхак, я сама до этого додумалась. Я когда что-то жарю, например, курицу или овощи, чтобы это точно все внутри приготовилось, не было сырым, я добавляю водичку. Она выпаривается, это как бы все проваривается, и тогда уже можно поджарить на большом огне. Вот. Конечно, у меня нет проблем с готовкой, но я почему-то так делаю, мне нравится. Посмотрите на этот закат. Розово-оранжевый. На этом я закончу свой влог. Всем спасибо за просмотр.